Киеве попрощались с блаженнейшим Любомиром Гузаром. Бывшего главу греко-католической церкви похоронили в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова. Все подробности об этом расскажет Павлина Василенко. Патриарший собор Воскресения Христова, главный храм Украинской греко-католической церкви и детище Любомира Гузара. Первый камень собора он осветил еще 15 лет назад. Сегодня с самого утра во дворе святыни тысячи людей. Я хожу в православную церковь, не греко-католическую, но вважаю, что Любомир – это очень великая, разумная людина, святая людина, которую не прийти, не прощаться – это грех. Я думаю, что он там на небесах будет молиться за нас, за нашу Украину. Более 600 священнослужителей из разных епархий называют Любомира Гузара отцом и говорят, лучшего наставника, чем он, не найти. С 2001 по 2011 он возглавлял Украинскую греко-католическую церковь. А после смерти папы римского Иоанна Павла II Гузара даже рассматривали как претендента на папский престол. 6 лет назад глава греко-католиков ушел с поста из-за проблем со здоровьем. К тому времени он почти ослеп и страдал от диабета, но отдыхать не собирался. Любомира Гузара, блаженнейшего, бачили часто тут на службі, ще коли він приходив і служив. Це людина велика, це людина великого розуму. І він уже так, як всі знають, вже бачити нас не міг, але по голосу відразу пізнавав кожну сестру. Ми ще приїжджали з Трої Теодозії із Канади, і ми тільки підійшли до нього, привітався, він зразу знав. О, каже, то мої сестрички з Канади. Пізнавав нас по голосу. На литургии присутствует также личный посланник Папы Римского. Он зачитывает письмо, где Франциск называет Гузара горячим украинцем и учителем мудрости. Его лист, его слова, это не только, скажем, можно сказать, официальный лист, но это також выражение его истинного, особливого відчуття того, что происходит в Украинской церкви. Любомира Гузара провожают аплодисментами. Его хоронят в крипте, в специальной усыпальнице собора. Крипта приготовлена для єпископів нашої церкви, і блаженніший Любомир буде перший, хто буде похоронений у цій крипті. Він був справді батько. Слово патріарх означає батько. Хто спілкувався з ним частіше, звичайно, переживає цю трагедію як величезну втрату. Для тих, хто знав його лично, для греко-католиків, для віруючих других конфесій, а також людей, далеких від релігії, з уходом Гузара ушла ціла епоха. Но для многих он навсегда остается непререкаемым моральным авторитетом. Павлина Василенко, Сергей Ведмідь. Подробности. Телеканал Интер.